Экономику района, края и даже страны невозможно представить без деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей. Они обеспечивают население товарами и услугами, создают новые рабочие места, платят налоги в бюджеты всех уровней. В конце июля представители торговой отрасли отмечают свой профессиональный праздник. В их честь в районной администрации был проведен торжественный прием. Развитие и процветание торговых отношений – это залог экономического и социального благополучия общества. В Славянском районе такое социальное благополучие создают предприятия малого и среднего бизнеса. Розничная торговля Славянского района – самая многочисленная отрасль. Это более 1300 объектов. Их товарооборот в этом году уже превысил 5 миллиардов рублей. В бюджет края поступило свыше 300 миллионов рублей с темпом роста более 140%. Сегодня торговля – это один из локомотивов социально-экономического развития территории, на которой они работают. Я считаю, что благодаря вам появляются новые товары, появляются новые какие-то изобретения. В целом, научно-технический прогресс, уже, как говорят, сегодня четвертая промышленная революция идет. Да? Это благодаря умам, благодаря тем людям, которые находят нестандартные решения для вот, тех или иных вопросов. Я хотел бы вам пожелать всем крепкого-крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, вот, чтобы все получалось. На торжественный прием главе района были приглашены представители практически всех сфер потребительского рынка, индивидуальные предприниматели, директора магазинов и предприятий, представители профсоюза работников торговли, ветераны отрасли. Я хотел бы высказать вам слова благодарности за преданность профессии, потому что это надо быть, ну как, если пришел в торговлю и всю жизнь работаешь, прикипел там, то ты себя не мыслишь уже в другой отрасли. Поэтому это, наверное, его гордо, и, наверное, это ваша, ну, ваш стиль жизни. Поэтому желаю вам всего самого доброго, как уже Роман Иванович сказал, чтобы были у вас хорошие доходы, хорошие благодарные клиенты всегда. Ну, спасибо вам за ваш труд, крепкого вам здоровья, благополучия, мирного неба и всего самого доброго. На торжественном приеме о каждом из приглашенных было сказано много добрых и теплых слов. У каждого из них свое направление работы, стаж и опыт. Но всех их объединяет любовь к своему делу и желание сделать жизнь земляков лучше и комфортнее. Директор УО «Ушюксервис» Завгородний Василий Васильевич. Василий Васильевич трудится в отрасли потребительской сферы с 2006 года. Творчески подходит к организации деятельности на объекте «Все для вашей безопасности». Торговое предприятие работает стабильно и качественно, пользуется большим спросом у населения Славянского района. Под руководством Василия Васильевича работают более 20 человек. Василий Васильевич неоднократно принимал участие в спортивных мероприятиях за честь города и района. Награжден золотым значком ГТО. Многодетный отец, воспитывает троих сыновей и дочь. Во время общения участники приема поделились опытом, новыми планами в торговой деятельности, внесли свои предложения по дальнейшему развитию отрасли, а также поздравили коллег с профессиональным праздником, отметив важность и сложность их профессии. Сегодня торговля именно дает возможность рекламировать товар, дает возможность его продвигать, дает возможность его, как вам сказать, позиционировать. И это большое качество, когда человек не просто уходит в неудовлетворенность магазина, а когда человек, может, пришел за чем-то таким, что ему очень нужно было, но уходит с другим, которое ему не меньше понадобилось в тот момент. Работа в сфере потребительского рынка требует больших знаний, ответственности, самоотдачи, терпения и умения работать с людьми. От профессионализма этих людей, качества предоставляемых товаров, душевного тепла и расположенности во многом зависит настроение людей, благополучие и условия их жизни. Работа наша ежедневная. Поблагодарить хочу всех, кто в продуктовой отрасли, потому что это самое ответственное, чтобы потребитель купил всегда свежий товар, чтобы был доступен товар, чтобы был ассортимент, потому что кому-то кто-то любит одно, кто-то любит другое, поэтому ассортимент большой. Нужно угодить каждому покупателю, и, естественно, самое главное в нашей сфере – это сроки годности, за что мы всегда стараемся отвечать и предлагать покупателю свежие продукты ежедневно к столу. В завершении торжественного приема каждому ее участнику были вручены благодарственные письма и подарки за многолетний труд и личный вклад в развитие потребительской сферы Славянского района. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».